Мэр города Геннадий Труханов во время заседания исполкома напомнил о важном. В Одессе реализуется целый ряд проектов в рамках государственно-муниципального партнерства. Все они находятся на разных стадиях выполнения. В частности, румынский канал, который позволит снизить уровень воды в Хаджибеевском лимане, а соответственно и давление на дамбу. Ее прорыв грозит сотням тысяч одесситов, техногенной катастрофой. Кроме того, сейчас ведется подготовка к реконструкции Ивановского моста, корпуса инфекционной больницы в Алиховском переулке и строительству муниципального дворца спорта возле аэропорта. Это далеко не полный список одесских объектов, на которые будут выделены деньги из госбюджета. Сегодня в Одессе совместно с офисом президента, как я уже сказал, государственно-муниципальное партнерство реализуется целый ряд важных для Одессы объектов. Это объекты, которые будут служить одесситам.